Уходим, значит, уходим. Критики британского премьер-министра Терезы Мэй, выступившие несколько дней назад на саммите в Зальцбурге с так называемым планом Чекерс, начали серию демонстраций за жесткий Брексит. Первая акция прошла в городе Болтон на северо-западе Англии. Как считает один из организаторов, бывший лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, Брексит без сделки – это не проблема. План Чекерс означает, что одной ногой мы по-прежнему будем в Евросоюзе. Это Брексит только на словах, а не на деле. Этот план не подходит не только ЕС, но и тем гражданам, которые голосовали за Брексит. Мало кто в партии Мэй и в стране в целом поддерживает эти предложения, так что нужно о них забыть. В конце недели Тереза Мэй признала, что переговоры с Евросоюзом зашли в тупик. Ее план по выходу Великобритании из ЕС не получил поддержки европейских лидеров. Премьер-министр рассчитывала на то, что стороны смогут сохранить принцип свободного передвижения товаров, но при этом миграцию Мэй хотела ограничить. Теперь глава британского правительства требует от Евросоюза альтернативных предложений.